чешская телевизия представляет сериал «Пацуки». Павук Пех. Далеко на Моравии, посярод Валаского королевства, на невеликом сметнику каля Визовиц жили два пацуки – Годан и я, Губерт. А с нами гипсовый карузлик Людвиг и Эдик, поддоследный пацук с Праги. Жили мы у ваутульных шуфлядах старой швейной машинки с видом на пылосос. Раница была звычайной, только Эдику захотелось смачненького. Як спалася, Годан? Добро, Губерт. Може, сыром поснедаем? Знов сыр! Нічого іншого нема! Эдик, сыр — это ж здорово! Хоть бы раз омлет с шампиньонами з'єсті. Можем белых грибов назбирать, чому бы не. Придумал ты, Эдик, пойти у грибы — это ж праца на целый день. Целый день? Ну так сами идите. Я пораненный, ногу себе отляжал. Не бойся, Эдик, домой рады. Это не тое. И это так само, не шампиньон. Что за радость брать грибы, коли вас при этом сябр несупынно попихае? У меня два с температура. Мне потребный сироп. Шукайте лепей. Там, за кустом, спадарства. Там же живе павук Пех. З ним осторожней, Эдик. Вы боитесь павука? Какие же вы пацуки? Ну, Эдик, Эдик. Его еще павук жаре, Губерт. Что зробишь? Треба Эдика забирать. Алло, павук Пех, ты меня чуешь? Губерт. Может, чую, а может и не. Чего вам? Голосней, Губерт. Добро. Не бачил нашего Эдика. Может, бачил, может, не. Скажи, откуль у тебе ягоные окуляры? Може, скажу, а мой не. Где ж наш Эдичек? Ты его жер. Не, я отрымал их за подказку, где растуть шампиньоны. Я послал его до старой звалки. Забирайте. Ну ты даешь, Пех. Эдик там не ориентуется, сгубится. Откуль мне было ведать? Выбачайте. Ну, сгубился, Эдик. Чакай, я бачу Эдика у хвост.
Я его зловію. Тягні, Годан. Хвост одорвався. Гэта не хвост, а матузок. Дык мы, дзічка, больш не побачым, скажы. Не побачым, але не забудзем. Гэта будзе помнік нашаму Эдіку, вялікаму грыбніку і вандроўніку, і вялікаму... Людвічэк, у цябе кашаль. Але гэта не Людвічэк. А хто тады Губерт? Што тут такое? Что ты тут робишь, Эдик? Несу вам шампиньон. Людвиг уже за тебя боялся. Ой, а что это за дивная статуя? Ну, Эдик, это статуя славутого грибника. Помнік табе, Эдік, у гонар твайго вяртання. Я крануты, шчыра. За гэта я згатую вам смачны шампіньёнавы амлет. Таким чином Эдик до нас вернулся, да еще сготовал нам свой чудовный омлет. Добра ночь! Мы пацуки и зусим не хомяки. У нас и выгляд необыяки. Апроч хвостов, усов и кіпцяў есть. А шчатиненная поусть. Прикрым вочы параю вушей. Одно сляпы нас прыме за мышей. Мы пацуки, каб гэта доказать, можем зубы показать.